Что же касается Magic IT, Magic сбросил лазера Сайкса и Рейвена. Ага. Ну что ж, Сайкса Magic T сумел победить со счетом 2-1. Сайкс, напоминаю, тоже играл за Джеки Брикс. Но сейчас против него другой. Другой плеер за Джеки. Поехали, друзья. Чай против коньяка. Казалось бы, выбор очевиден, но не все так просто. Сразу же с прессинга начинает конек. Знаете, очень многие как бы на работе там и так далее берут термос как бы, как будто бы с чаем, но на самом деле там коньяк. Паниш, прекрасно. Есть паниш от конька и убивает. Да, все непременно. Big damage, 35% снимает конек. Никаких дропов. Очень уверенная игра. Так, отличный флавусблок вверх 2 от Magical. Посмотрите, что делает, а. Так. Пропустил и набайтил. Вы посмотрите, конек набайтил. Жмет, жмет в углу. Не может Magic Team выбраться. Ой-ой-ой-ой-ой, еще и Crushing Blow. Пиксель остается. И это Crushing Blow в ответочку. Это очень большой дамаг сейчас будет. Тык-тык. Ага. И Fatal Blow сжигает. Это больше 50%. Так. Больше 60%, пацаны. 65% дамага. Ах, троечку зацепил. Но не скомбил, сам не поверил. Одно попадание. И камбэк с пикселя. 64, мать твою, дэмэджа. Вот это спаун. Камбэк с пикселя. Так. Ой-ой-ой, Сантьери при помощи D1 попытался сейчас Magic, но слишком далеко было, поэтому конек перебил воздушной ручкой. Аверхед. Так. И вейкапается при помощи 3-4, смотрите, Magic T. Это очень опасно было. Но тем не менее сработало, бросочек мимо, но не наказал конек. 9 фреймов мид заходит, чуть-чуть КП снова остается у Мэджика. Так. Хорошо. 3-4. Ой-ой-ой-ой-ой. И тут до дэмэджа, скорее всего, дожмет. Ну, тут понятно. Magic T рискнул, потому что здесь ничего больше ему не оставалось, как рискнуть. 1-0 в пользу конька. Угу. Останется ли Magic на спауне или возьмет сейчас все-таки нупсайбота? Но нет, спаун все-таки. Горок, он в лузера спустился. Горок сейчас в лузерах. Итак. Угу, D1. Видите, на дистанции такой достаточно далекой 3-4, великолепное решение от спауна. Прессинг, прессинг. Но конька вообще это не смущает. Ему просто плевать. Он просто прессит. И прессит очень жестко. Так. Плюс. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой, как влез сейчас Magic T. Интересно. 3-4. Хорош! Отлично! Отлично сантерил, но Fatal Blow мимо пролетел сейчас от Magic'а.
Казалось бы, на самом деле Фаталблоу такой обширный хитбокс имеет. Ой-ой-ой, как ошибается сейчас конек. И за это получает. И Фаталблоу сейчас всаживается второго раза Magic T. И забирает он этот раунд. Еще один камбэк с пикселя. Вот это да. 52%. Блин. 52% дэмэджа. Ой, жесть. Просто смотришь на этот дамаг и обалдеваешь. Так, четверочка зашла. Стринг серии 3-4. Оп. И бросок от Мэджика. Так. 3-4. Есть конферм. Ага. При помощи назад один тоже, кстати. Это, кстати, мид у спауна и тоже хорошую дистанцию имеет. Оп, метр вливает. И да, этого ровненько хватает Мэджику. 1-1. Ну ничего себе. Хорош Мэджик, это было интересно. Мне кажется, знаете, у конька что-то там после вот... После того камбэка с 52% дамага у него что-то такое поломалось, какое-то видение. Да, друзья, спаун это, конечно, про дэмэдж. Один-один счет. И напоминаю вам, что победитель этого боя выходит в топ-8 по венерам. Так, погнали. Сразу же с троечки начинает. Паниш, ой-ой-ой, как ошибается сейчас конек. Угу, D1 перебивает бросочек Magic. Оп, 3-4. Надо было после троечки конфермить. И Мити заходит. Фулл комбо, рестенд. Ага. Так. И теперь очередь Джеки Брикс. Прессинг. Аверхед. Вы посмотрите. D1 и бросок в крашен блоу. И похоже это смерть сейчас будет, да. Попроще даже камбулинку сделал Magic T. Чтобы уж наверняка не дропнуть. И это матчпоинт для Мэджика. Как успешно он противостоит всем этим Джеки Брикс. Обратите внимание, а. Для Мэджика, вот уж для кого проблема не является Джеки, так это для Мэджика. Он к ним очень хорошо готов. Так. Прессит в углу конек. Оп. Угу. Ой-ой-ой. 3-4. Но четверочка не зашла. Бросочек рвет конек. А вот Мэджик уже не рвет. Так. Угу. На инстанте. Зашла эта плазма. Бросочек прочитал. Прочитал гитап ролл Magic. Но слишком большой лайфлит еще. Все еще точнее. Угу. И залезает. Это матчпоинт для обоих игроков. Так. Угу. О, как апперкос заходит. И поехали. Любимая тема Magic T. Давай. Так, заканчивал. Ой-ой-ой, крашен блоу. Апперкот. А, нет, коленка крашен блоу. Апперкот крашен блоу. Блин, твою мать. Просто твою мать. Но там, конечно, очень большой скейлинг. И вы посмотрите, что делает. Какой флаусбок вверх 2. И ошибается. 3-4 на мите пихает. Пихает Magic T. И он ошибается с этим. Но пиксель остается у конька. Сможет ли он камбэк за такого пикселя? И Fatal Blow, и это камбэк, боже мой! Не добил Magic T, и это камбэк с пикселя от конька. 2-1. Твою ж мать, вот это да! Вот это да! Одна ошибка Magic T сейчас похоронила все его старания.
Он ошибся с тем, что он сделал 3-4 на мите. А конек сделал гетапрол ему за спину. И все. И вот эта ошибка оказалась фатальной.